Клуб исторической реконструкции «Клан Акэти» представляет инцидент в храме Ханнодзи. Год 1528. Нобунага Ода огнем и мечом объединяет Японию, не считаясь законами ни людей, ни богов. Уже несколько лет бушует пожар войны. Это время предательств и сражений. Эпоха Сэнгоку. Горнило, в котором ковалась будущая душа Японии – самурай. Имя Нобунага произносят только шепотом, за глаза называя его не иначе, как демон шестого неба. И только один человек посмел встать у него на пути, стремящийся сохранить древние традиции и устои, терпевший побои и унижения. Он стал предателем на все времена. Тогда Мицухиде еще не знал, что он будет сёгуном ровно 13 дней. Не знал он и того, что погибнет в битве при Ямадзаки, как и подобает воину, а вместе с ним погибнет и его сын. Не знающие моей души, пусть говорят что угодно, не сожалею о своей жизни, не сожалею о своем имени.